В этом видео мы поговорим о почвенной карте мира, где ее найти и как ее скачать в цифровом виде. Итак, у нас есть сайт FAO, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, и, соответственно, вот на этой страничке можно скачать почвенную карту в виде PDF файла либо рисунка. Ну давайте, допустим, что-нибудь тут Европу, что ли, откроем. Европа, вот такая карта имеется в PDF формате или в виде рисунка. Но нам бы хотелось бы это получить в векторке. Что мы делаем в данном случае? Мы идем вот сюда, Digital Soil Map Keyword, нажимаем и забиваем Digital Soil Map of the World и нажимаем поиск. Соответственно, видите, у нас определенные результаты вышли. И здесь у нас есть в первом же приближении вот такая ссылочка. Переходим сюда. Можно перейти на русский в данном случае, чтобы это было понятнее, хотя ничего понятнее. Нет, это не позволяет, но по крайней мере вот эти кнопочки у нас обозначают что. Смотрите, что в PDF вот представление можно скачать. Соответственно, дальше что есть еще? А как ВМС слой можно подключать? И вот как shape файл, видите, ну можно в форме erdos тоже скачать. Так, еще что, erdos регионы, ну видрисе формате. И вот допустим, нам нужен shape, соответственно, мы здесь скачать нажимаем. Давайте показать в папке. Вот у меня уже скачано, и соответственно можно распаковать вот распакованные. И вот такая группа файлов, за исключением вот этого, уберем. В данном случае можно сделать. Идем в QGIS. Так, и давайте откроем эту карту. Так, выбираем. Так, и вот этот файлик открыть. Добавить. И вот у нас карта почвенная мира загружена в виде shapefile. Давайте, тут у нас вопросик по системе координат. Так. Дважды щелкаем и, соответственно, устанавливаем. Это у нас ВГС 84-43-26. Окей. То есть вопрос сняли. И теперь что мы можем посмотреть? Если мы щелкнем и откроем в виде таблицы, то, соответственно, вот у нас уже есть почвы, да? Соответственно, вот этот фасоил можно, скажем так, раскрашивать. Ну, давайте раскрасим всю. Правда, это будет немножечко сложнее. Так, давайте свойства. Так, уникальные значения и по, ну, допустим, по FASOIL классифицировать. Эти 4431 много. Ну и применить. Немножечко программе придется подумать. И так все просто. Ну и вот у нас получилась раскраска, соответственно, и вот территория, допустим, Российской Федерации. Ну как же из этих данных нам вычленить только Россию? Давайте попробуем. Так, сделаем фильтр по полю country. Так, like. Образец. Так, что у нас тут? Ну,
Вот Russian Federation. Проверить. Вроде бы правильно все. И окей. Вот мы отфильтровали и оставили только Россию. Ну и по сути дела нам можно. А здесь у нас пересохранить. Что мы делаем? Давайте. Экспорт. Сохранить объект. Допустим. Россия. Так. Россия. Почвы. Допустим. Сохраняем. И давайте в какую систему координат. Допустим, 2506. Пулково. Где-то в середочку, да, попробуем. Потому что у нас, видите, из-за того, что здесь обрезано, нам нужно сделать вот так. Ну, давайте, окей. Эти параметры. Давайте так. И вот пересчиталось, наверное. Или нет. Давайте отключим. Нет, все равно что-то есть. А, 43.26. Так. Вот. Применить. Окей. Вот у нас будет вот так выглядеть Россия. То есть мы можем это удалить слой. Так. Россию оставить. И, соответственно, можно раскрасить свойства. Так. Опять же, уникальные значения по файлу sol. Так, классифицировать. Тут у нас меньше. Применить. Окей. Вот такая карта у нас Россия почвенная получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал.